Представители общественной организации инвалидов-колясочников оценили новые троллейбусы «Адмирал» на 5 баллов. Современный электротранспорт появился в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Главное отличие новых машин от старых – повышенный комфорт. Транспорт стал более удобным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Троллейбус оборудован пневматической системой подвески, которая позволяет ему опускаться до уровня тротуара. В салон маломобильные граждане попадают, используя раскладной пандус. В некоторых случаях им помогает водитель. В салоне есть площадка, специально предназначенная для размещения колясочника. Она обозначена специальным символом на полу, там есть крепления, ремни, которыми можно пристегнуть такого пассажира, и то средство, на котором он передвигается. Рядом размещен валидатор, который тоже на удобной высоте, можно даже с коляски дотянуться, приложив свою карточку. Рядом с местом для инвалидов находится кнопка вызова водителя, нажатие на которую проинформирует его о намерении пассажира с ограниченными возможностями выйти на остановке. Есть такое понятие «право на город», право жителей на свой город. И каждый человек, независимо от его особенностей, должен это право иметь. И он должен это право использовать и применять. Я хочу сказать слова благодарности администрации города Самара, которая покупает транспорт, который полностью приспособлен для людей с инвалидностью. Такой транспорт, он повышает качество оказания услуг пассажирам с инвалидностью. Для того, чтобы помогать инвалидам-колясочникам, необходимо обладать определенными знаниями. Низкий уровень подготовки ассистента может нанести ущерб здоровью маломобильных граждан. Поэтому в ближайшее время для сотрудников транспортного предприятия планируют провести обучение. Организуем у нас на территории всех наших 6 депо практически занятия с нашими водителями, с нашими кондукторами для того, как правильно общаться с такими гражданами, как им оказать посильную помощь, потому что, прежде всего, это наша культура и культура нашего предприятия. Уровень комфорта в новых троллейбусах стал значительно выше. Это первый в Самаре подвижной состав, который оснащен кондиционерами. Кроме того, на экране с бегущей строкой пассажиры могут узнать актуальную информацию о температуре воздуха за окном и внутри салона, а также получить информацию о следующей остановке на маршруте. Во время поездки самарцы могут воспользоваться Wi-Fi-сетью для доступа в интернет и подзарядить свои гаджеты при помощи установленных USB-разъемов. Михаил Ермоленко, Максим Магомедов, Константин Головин. События.